В Мексике крокодилы гуляют по улицам. Это действительно происходит на улицах Тампико. Маленького крокодильчика нашли прямо посреди четырехполосного бульвара. Вышел он из реки после проливных дождей, а ловили животное затем уже офицеры федеральной полиции. Вскоре малыша вернули к близлежащей реке. Напомню, что в Мексике сейчас дожди, которые затяжные уже, они обрушились на южную часть региона, и из-за подтопления в мексиканском штате пострадали более 17 тысяч семей. В некоторых районах буквально за несколько часов выпали более 200 миллиметров осадков.